Ну что же, у жюри уже готовы вопросы, команды слушаем внимательно, представляемся и отвечаем. Кто у нас берет на себя? Да, пожалуйста, вопрос. Команда, сейчас такое время, пора выпускных. Сейчас выпускные в детском саду, выпускные после 9 класса, после 11. А есть ли выпускной у КВНщиков? Командам. Это питерские воители отвечают. Есть ли выпускной у КВНщиков? Да тут даже отпускных нету. Какой там выпускной? Есть ли выпускной у КВНщиков? Петроградская сторона. Нас только на вынос. Выносной. Свои золоты. Давайте я буду сама вас представлять, да, свои из области, так будет проще. Есть ли выпускной у КВНщика? Ну, вчера сердечко прихватило, это уже первый звоночек. Команда «Надежда». Есть ли выпускной у КВНщика? Выпускного нету, только впускной. Команда «Оленегорочка». Есть ли выпускной у КВНщиков? Есть, это финал. Сами пусть представляют. Не тупица, Пикалева. Есть ли выпускной у КВНчика? Есть пропускной, финал. Команда КВН «Перцы». А есть ли выпускной у КВНчиков? Я здесь с рождения. У нас просто так не уходят. Команда «Селяне.ру». Есть ли выпускной у КВНщиков? Я не знаю, есть ли он, потому что меня порой посещает Альцгеймер. Я вот тогда и отдыхаю. Я это Сашка. Есть ли выпускной у КВНщиков? Не будем вопросов. Все? Ну что ж, первый вопрос, по-моему, прошел более-менее активно, надеюсь, здоровье пройдет еще лучше. Продолжаем, пожалуйста, ваш вопрос. Итак, вопрос такой. Есть такое животное броненосец, а есть корабль такой, броненосец Потемкин. А каких еще известных зверей вы знаете? Это команда «Перцы» отвечала. Свои из области. Свои из области, да. А каких еще известных зверей вы знаете? Теща моя! Команда «Оленегорочка». А каких еще известных зверей вы знаете? Рыба-меч и оружие-меч. Есть такие. Кто из вас? 39-е царство. А каких еще известных зверей вы знаете? У нас балтийский джиран, но о нем лучше знать больше. А каких еще известных зверей вы знаете? Только наш олень. Вот. А каких еще известных зверей вы знаете? Мне кажется, недавно я стал оленем. Поздравляю.
вражда. Итак, каких вы еще известных зверей знаете? Броненосец мы не знаем. Знаем из людей рогоносец. Северный рот! Ягуар! Я езжу, а она пьет. Ну что ж, спасибо, закончили на ягуаре. А, не закончили на ягуаре. Команда «Петроградская страна». Хорошо. А каких еще известных зверей вы знаете? Ну, много, но в потемках не каждого найдешь. Спасибо. Следующий вопрос. Кто задаст? Сергей, Сергей Майстров, пожалуйста. Да, здравствуйте, команды, спасибо за приветствие. У меня такой вопрос. Вот тема игры – глобальное потепление. Я приехал из Питера сегодня, и у меня вопрос такой насущный. Когда же у нас в Питере настанет глобальное потепление? Команда «Лень Горочка». Скажите, пожалуйста, когда в Питере настанет глобальное потепление? Спросите у Глобы. Девятое царство. Когда у нас настанет глобальное потепление? Мы прилетели недавно, у нас такой же вопрос. Команда КЛМ Перцы. Ты моя хорошая, скажи, пожалуйста, когда у нас в Питере настанет глобальное потепление? Надо спросить у Путина. Скажите, пожалуйста, когда у нас и у вас настанет потепление глобальное? Когда Трамп Аляску превратит в тропики, а мы на одной широте. Команда «Надежда». Надежда остается у нас на то, что когда-нибудь в Питере настанет глобальное потепление. Так вот, скажите, пожалуйста, когда? Когда команда «Надежда» победит, тогда наступит глобальное потепление. Будем надеяться, ждать недолго. Привет. Да, Димон, скажи, пожалуйста, когда настанет у нас глобальное потепление? Ну, не знаю, как в Питере, но здесь сегодня точно будет жарко. Питерские войти. Скажи, пожалуйста, когда у вас там уже в Питере вашем настанет глобальное потепление? Ну, я знаю, как устроить глобальное потепление в холодильнике. Нужно просто перестать платить по счетам. Пикалево, Пикалево. Когда настанет у нас глобальное потепление? Команда «Не тупицы». Когда все последуют совету Шнура в Питере пить. Когда наступит бабье лето, мы всех согреем своим теплом. Команда «Селяне Ру». Это был просто тезис. Все, да? Спасибо большое. Все, спасибо. Ну что ж, продолжим разминочку, продолжим задать вопрос у нас. Кто готов? Лада? Нет, у нас Григорий. Нет, Сергей. А, Сергей, этот цвет на вас. Да, Сергей, пожалуйста. Друзья, мы приехали сегодня в замечательный город Тихвин. Он, ну, многовековая история у него. Наверняка здесь есть какие-то традиции. Вот у нас в городе, ну, городу Кириши 52 года, у нас есть замечательная традиция в городе. Каждый день города у нас идет дождь. А какие традиции есть в ваших командах? Команда «Ленигорочка». А какие традиции есть в вашей команде? Один за всех и все за одного. Команды молодые, традиций немного пока. Питерский воитель. А какая традиция есть у вашей команды? Нетрадиционная. Это запрещено. А какая традиция есть у вашей команды? Отмечать день города Кириши. Спасибо. Всех приглашаю.
команда «Надежда». А какая традиция есть у вашей команды? А у нас традиция. Каждый КВН синтезирует жизненные субстанции, соблюдая субординации, необходимо интегрировать тенденции парадоксальных иллюзий. Только за то, что мы это выучили уже плюс. Я уже наш ответ забыл за таких. Я забыл вопрос. А какая традиция есть у вашей команды? Команда «Не тупицы», город Пикалево. А у нас традиция, как только приедем в Тихвин, так не тупить. Команда «Петроградская сторона». Скажите, пожалуйста, какая традиция есть у вашей команды? Мартини, Мартини, обожаю Мартини. Команда «КВН Перцы». Скажите, пожалуйста, какая традиция есть у команды «Перцы»? У нас так весело, что на утро все традиции просто забываются. Скажите, пожалуйста, а какая традиция есть у вашей команды? Когда мы веселимся, мы выигрываем. Когда мы выигрываем, мы веселимся. А когда мы проигрываем, мы ржем до колик. Девятое царство. Скажите, пожалуйста, а какая традиция есть у вашей команды? В отличие от них, у нас традиционная. Вы там рядом не стойте друг с другом. Ну что, спасибо. Давайте завершающий вопрос. Да, Светлана. Лада. Лада. Да, прошу прощения. Скажите, пожалуйста, если бы у каждой из вашей команды была возможность обратиться к администрации города, который вы представляете, и сказать 5 слов по поводу доступной среды, что бы вы сказали? Спасибо. Третье царство. Скажите, пожалуйста, если бы у вас в идеальном царстве была возможность сказать несколько слов администрации, что бы вы сказали? Опыт сейчас. Вода, 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 вода. Пикалево, не тупицы. Скажите, пожалуйста, по поводу доступной среды, что бы не тупицы сказали своей администрации? 5 слов, да? Да. Придерживайтесь нашей традиции, не тупите. Надежда! Я так понимаю, что у Надежды по поводу доступной среды особая надежда, да? Что бы вы сказали? Ну почему вы давите на очень больную тему? Селяне Ру. Селяне Ру и доступная среда. Когда я встречу депутата своего района, я скажу, что в 5 депутатов должен входить один член из нашей команды. И тогда у нас все будет хорошо. Своей из области. Своей из области, наверное, в области смогут доступную среду катком прокатать. А сколько нужно, что нужно сказать? 5 слов. 5 слов? А почему 5 слов? Вы что, нас ограничиваете? Петроградской стороны свое мнение по поводу доступной среды. Можно говорить? Да. Мы бы сказали своей администрации: «Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias». Команда «Оленегорочка». «Оленегорочка», как у вас доступной средой? Для всех, на всех, для каждого. Для каждого в отдельности. Что-то еще не сказала. В общем, для всех, у всех, для каждого, на всех и для каждого в отдельности. Спасибо. Питерские воители. Питерские воители и доступная среда. Не знаю, как насчет среды, но в пятницу вечером я доступна. Команда КВН «Перцы». Слушаем вас. Доступная среда. Это «Спарта»!